В Ульяновскую область съехались лучшие из лучших. По итогам регионального и заочного этапов конкурса ровно 100 школьников 9-11 классов из 38 регионов страны прибыли в региональную столицу, чтобы побороться за звание ученик года 2021. На конкурсе ребята и общаются, обмениваются опытом, но самое главное, участники развивают так называемые soft skills – мягкие межпредметные компетенции. Мы учим ребят общаться, и они проявляют свою коммуникабельность. Мы видим, насколько они креативны при подходе к различным конкурсам. Да? Ну и понятно, что интеллектуальная составляющая здесь тоже есть. Самыми активными регионами по количеству заявок в этом году стали Чувашская республика, Астраханская и Ленинградская области. Ульяновскую область в финале представит ученик Чердаклинской средней школы номер 1 Александр Пупышев. Именно ему предстоит защищать честь родной школы и проявить себя как творчески, так и интеллектуально. С раннего детства, когда я смотрел кино или смотрел театр, я пытался прочувствовать то же самое, что чувствуют актеры. И, соответственно, у меня за этот промежуток времени образовалось такое желание тоже попробовать себя на сцене. В ближайшие дни участников ждет насыщенная программа. Финалистам предстоит пройти 5 этапов испытаний. Помимо основных заданий, для ребят подготовили лекции, мастер-классы и творческие встречи с экспертами. Состязания пройдут на базе Ульяновского педуниверситета. Стоит отметить, что впервые в этом году конкурс проводится при поддержке Российского союза молодежи. Это основной акцент у нас, приоритет создания среды лифтов, социальных лифтов, которые помогут при помощи наших программ и проектов ребятам чувствовать себя комфортно, развиваться, продвигаться. По словам организаторов, конкурс проходит согласно требованиям Роспотребнадзора. Все участники, сопровождающие, прибыли в регион с готовыми результатами тестов на COVID-19, а по приезду в Ульяновск сдали его повторно. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.